А еще главное дополнение. Так как мы выбираем фрезу, точнее используем только половину фрезы, то естественно размер фрезы относительно необходимого скругления края увеличивается. Это дает большие преимущества на работе, для работы в окружностях различных, мелких формах. То есть, когда мы работаем фрезой, край не горит, в отличие от большинства людей.